лет, наверное, 8 так. Тогда еще не ездили по заграницам так активно. Его пригласили, но он такой известный художник, Пушинский такой, современное искусство человек. Вот, и он привез, значит, бутылочку вина французского Рэмбо, который очень любил. И мы так посидели, а у него мастерская, и зима, и Никольский собор освещен под свечи. Красота. И я пришел ночью, написал эту песню, буквально там часа за два. Вернулся к нам с бутылочкой французского вина. Ты вернулся к продолжению разговора. Ты в России, в Петербурге, у волшебного окна, с гордым профилем Никольского собора. Хорошо, что нас немного, хорошо, что мужики, хорошо, что на столе вино и груши. Словно вывела дорога на песочек у реки в тот момент, когда топор хотели души. Мы не будем материться и ругать своих отцов, озирая иностранные пределы. Ты привез из-за границ утомленное лицо вместе с радостью законченного дела. Мы сидим, как их величество, наша дружба, как стена. Не добавить, не убавить компонента. Хорошо, нет количества французского вина. Хорошо, от содержания момента. Хорошо, нет количества и качества вина. Хорошо, от содержания момента. В небо выплыла луна, значит, время задушевных разговоров. Мы в России, в Петербурге, у волшебного окна, с гордым профилем Никольского собора.